Московская область может похвастаться множеством зеленых зон и чистыми городами. Мало кто знает, что это результат кропотливого труда организаций, следящих за чистотой региона. Одна из них – Главное управление Государственного административно-технического надзора Московской области. Именно по воскресеньям многие дачники возвращаются домой, по дороге избавляясь от мусора. Нередко автобусные остановки и обочины дорог превращаются за выходные в настоящие мусорные свалки. Сегодня у нас на территории Одинцовского района будет работать 4 экипажа, значит, на 4 сельских городских поселениях. В составе экипажа будет представитель администрации, той, на которой работает экипаж, и представитель сотрудник полиции. Всего в рейде управления задействовали свыше 2 десятков человек. Некоторые территории удостоились их особого внимания. Конечно, больше всего проблем около железных дорог. Там люди очень много мусорят, когда идут на станции, чтобы уезжать. Вот. Поэтому внимание больше у нас уделяется железной дороге. Галицина, Жаворонковская, вот, Кубинка. Подобные рейды организуют еженедельно. Их основная задача – предупредить выброс мусора в непредназначенных для этого местах. Мероприятия проходят при активной поддержке местных администраций. К сожалению, мягко выражаясь, наши люди не совсем привыкли к порядку и к культуре поведения. Свой бытовой мусор они выбрасывают там, где им это удобнее. Совершенно не думая о последствиях, не думая о том, какое это воспитание для детей и для их же детей в том числе. Мусор убирается ежедневно, и ежедневно жители, вопреки всему, этот мусор выбрасывают на улицы. То есть и дети, и взрослые, и начинать, наверное, надо себя. Для физических лиц штраф за выброс мусора в неположенном месте составляет 5000 рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч. Простая арифметика показывает, что куда спокойнее не полениться дойти до мусорного контейнера.